Всем доброе утро, девочки. Не знаю, вы вообще героини, герои. Я стараюсь в 5 утра уже проснуться. Какой день? У меня не получается. Все равно еще полчаса так раздупляюсь. И синяки под глазами. Я хочу спать. В общем, я вчера вам сняла некоторые обзоры с Евы. И мне пришел корсет. Вот. Я его сейчас примерю. И в конце видео будет обзор на этот корсет. И, соответственно, моя примерка. У меня сегодня обучение тоже с 9 утра, поэтому мне тяжело так утром вставать. Вот. И может быть, сегодня, если, дай бог, получится, покажу вам то, что вы просили, метро, ну, типа метро, скоростной трамвай, если получится, конечно же. У нас вообще, получается, ты опускаешься в подземку, и можно доехать до Югока на, ну, типа, скоростном трамвае. Вообще снимать нельзя, я уже один раз попробовала, у меня не получилось. Сейчас попробую как-то скрытой камерой хоть как-то показать вам такую особенность города, скажем так, потому что я такого больше нигде не видела. В общем, желаю вам хорошего дня и приятного просмотра. Девочки, что можно делать в 23:00? Как не снимать видео? Снимала новогоднее видео, новогодний обзорчик. Сейчас вам даже чуть-чуть покажу, приоткрою. Ой, наверное, он раньше выйдет, но тем не менее. Вот. Пыталась сделать какой-то декор. Делала обзорчик разных, вот, вам показать. Вот этот вот мне самый больше понравился. Разных сладостей. И к чему я сейчас вышла в эфир? Как-то не тянет. Вот я когда делала в том году обзор, я, наверное, штук 5 конфет съела. Сейчас так смотрю и выбираю все-таки что-то более полезное. Но поскольку уже 11 ночи, что-то полезное я скушаю завтра на перекус. Девчонки, я просто обязана с вами поделиться этой крутой акцией от Евы. Я уже до этого вам говорила, что я заказала с Мейкапа и с Евы заказики. Они еще пока не пришли. Вот. Но сейчас в Еве акция на бренд Патриция Ледо. У них, кстати, классные туши, но тушь я пока не брала, поскольку у меня вот только новая есть. Я взяла себе консилер. Вот такой вот. К нему примерного оттенка, примерно такого же, наверное, консилер даже светлее, я заказала тональную основу. Надеюсь, что придет, и я в ближайшее время вам тоже ее покажу. В общем, если вы покупаете Патриция Ледо, именно косметику, любую косметику, на сумму 349 гривен, вам в подарочек идет вот такой вот классный бокс для хранения. Того, что у меня, кстати, нету. Я думаю, что это хорошее предложение. В общем, я взяла консилер, два вот таких вот карандаша для глаз, для бровей, точнее, вот. Они тоже классные, мы с ними обязательно будем делать макияж, и я буду вам показывать. Один мне карандаш, один маме. И это тоже еще один карандаш для бровей, тоже такой интересный. Но он стоил дешевле, он стоил, по-моему, 49 гривен. Не, не 49, 29 вот этот вот вообще. Эти по 100, вот. Консилер 100, тоже 29, по-моему. Так, не видно вам свет. Вот, поэтому хорошее предложение. Сейчас вам распечатаю и покажу, как выглядит вот этот вот контейнер. Смотрите, какой он просто мега девчачий, такого золотого оттенка. Внутри, кстати, очень хорошо, что есть зеркало. Вот, мне кажется, это для кистей можно использовать. И вот тут бокс. Я хочу его использовать для своей новой косметики, которая придет. То есть, ну, которую я купила и которая придет, которую я выбрала более качественно, выбрала не по ценовой политике, а по качеству. Вот. И совсем скоро будет уже видео новогоднего макияжа. Я буду пробовать делать, поэтому будет интересно. Еще в Еве классная скидочка для тех людей, которые любят корейские маски. Это Корея. Они изначально стоили 50 гривен каждая маска. Сейчас маска стоит 15 гривен. Покупаешь 2, третья в подарок. То есть 30 гривен, 3 маски, то есть по 10 гривен. Это вообще очень классная цена. Я, наверное, сегодня вечером сделаю, чтобы завтра утром выглядеть супер, потому что завтра нужно опять идти на обучение. И еще взяла себе патчи. Это вообще для утра must have, потому что всегда синяки под глазами, не всегда успеваешь их замазать консилером. Я не знаю, как, во сколько я завтра встану, потому что я еще не наладила свой режим. То есть мне нужно утром встать, погулять с Микки, быстро собраться. Я даже утром позавтракать не успеваю. Возможно, если приучу себя вставать там
не в 6, а в 5 утра, то, возможно, буду еще успевать и краситься. Мне писали в комментариях о том, что мне желательно делать хотя бы такой базовый макияж. Спасибо вам за рекомендации. Обязательно будем учиться делать мейк. Так, это то, что из косметики. Я еще зашла в Тада, наш магазин, уже такой известный. Купила себе две маски тоже для... Ну, вообще в аудитории мы без масок, но в транспорте маски нужны. И купила себе для обучения... Еще не все, но тем не менее, как стихи получились. Две ручки, такие вот красные, черные. Вот такие вот ручки, тоже гелевые. Фломастеры для выделения. Сейчас покажу, потому что я вчера начала, у меня был только один цвет фломастера. Вчера начала писать. Вот. Так, что ж такое, руки трусятся. Вчера начала писать конспект, вот. Сегодня продолжу, еще много. Много надо всего написать и сделать. Поэтому тетрадку взяла вот такую еще одну. Вот такую вот тетрадку, как для словаря, потому что очень много непонятных терминов, и их обязательно нужно записывать, чтобы запомнить. А, и вот эти вот штучки я взяла по вашим рекомендациям, чтобы наклеить и подписать специи. Вот те, которые у меня вот в железном таком, как круге с вот этим. Ну, в общем, вы поняли, чтобы было видно, какие специи. Потому что я сбоку наклеила, а сбоку постоянно нужно доставать и смотреть, какие. Поэтому я потом сделаю, вам покажу. Еще мне наконец-то пришла посылка с корсетом с Китая. Сейчас давайте тоже его посмотрим. Я его распечатала, смотрите, достаточно качественно даже упаковка выглядит. Написано на AliExpress, что там даже можно его вернуть. Как это делается, я не знаю. Вот, но тем не менее. Сейчас я разверну его, покажу. Кстати, хочу сказать, что купила его по рекомендации Юли, увидела у нее в Инстаграме, у Юли из Днепра, которая. Вот, и решила себе тоже попробовать заказать с Китая, потому что здесь не могу, к сожалению, найти свой размер. Сейчас откроем и посмотрим. Вот так вот он выглядит. Пока не совсем понимаю, как его одевать. Нужно, наверное, посмотреть, тут какая-то что-то похожее на инструкцию. Конструкцию. Как разберусь, обязательно вам на себе его покажу. Но выглядит достаточно хорошо и вроде как качественно. Тут такая штучка железная. В общем, нужно будет померить и вам показать. Девчонки, поскольку завтра у меня обучение, заранее вот показываю, что готовлю котлеты, яйцо, лук, курица, можно еще добавлять, этот, скажите, я скажу, кукурузу я забыла добавить. И вот готовлю картошку. Здесь тоже ничего такого нет. Картошка обычная, слегка подваренная в холодную воду до закипания. И потом паприка, куркума, в моем случае тоже это сейчас запеку, чтобы на это больше не тратить время. Девчонки, хочу показать вам свой подарочек на День Святого, хотела сказать Валентина, на День Святого Николая. Я все-таки раскошелилась и заказала себе вот такой вот набор кисточек. Конечно, он без там чехла, без ничего, но тем не менее очень неплохой, качественный. Я уже тут просто открывала, пробовала. Ворс такой мягенький-мягенький. 225 гривен всего лишь стоит. На мейкапе очень классно. Так, тут не смотрите, фломастер побывал на моей руке. Очень такие приятные. В нанесении, в макияже обязательно буду показывать и рассказывать свои отзывы. Главное теперь научиться их еще мыть. А еще важнее понять, какая для какого, что делать с ними вообще. Вот. Но я все-таки решила себе заказать, так как я хочу научиться краситься, научиться делать, ну, для начала самый там минимальный макияж. Поэтому мне это нужно. Поэтому спасибо Николайчик, который мне подарил этот подарочек. Так, по корсету, смотрите, я его сейчас одела. Его желательно одевать на одежду, чтобы вам вот под мышками не натирало. Ой, сейчас как-то надо так развернуться. Сзади, наверное, не видно. Сейчас. Боже, как сделать, чтобы было видно. Видите, вот эта вот синяя штучка, там такая твердая, как основа, и она дает вам такое выравнивание спины. То есть для разницы посмотрите в начале видео, если кто хочет, перемотайте, как я стою с согнутой спиной и как я сейчас стою ровно. Конечно, его долго каждый день носить не нужно, то есть хотя бы для начала по там по полчасу, по 2 часа. Ну, там написано, по крайней мере, я так читала.
от 30 минут до 2 часов, потом можно уже, в принципе, дольше, то есть, ну, для того, чтобы выравнивать наши плечи. Он на Алиэкспрессе стоит всего лишь 136 или 137 гривен, поэтому для начала мне как бы подходит, потому что подобные аналоги в Украине стоят намного дороже. Возможно, они качественнее, я не спорю, но я все-таки решила выбрать. По рекомендации Юли, кстати, спасибо ей большое, она мне вчера помогла разобраться, как что правильно сделать. Ну, в общем, как-то так. Вот. Очень удобно регулировать, то есть ты вот здесь себе там затягиваешь, сколько тебе надо. Также и отпускаешь, чтобы освободиться от него. Вот здесь такая же штука. Очень удобно, что регулируется действительно под, ну, под размер, под нужные ваши параметры. Там, кстати, тоже разные размеры, поэтому если будете заказывать, то смотрите внимательнее.